О, Милан, привет! Ты что, в школу собираешься? Да. Ну давай, показывай, что ты берешь с собой в школу. Пенал. А в пенале что, покажите, пожалуйста. Ручка, карандаши. Вот. Красота. А ногти ты сама накрасила? Да. Покажи-ка. Вот это красота. Ну потом... ты, конечно, мастер. Итак, у нас готов лук к школу. Покажите вашу сумку для обуви. Вот. Вот она, сумочка для обуви. Сменка, да. Потом косметичка. Вот. Тут лаки, там так далее будет. Угу. Помады. А здесь что будет? Тут у меня будут там, телефон или игрушки мелкие. Такие. Угу. А еще кошелек из лекарств. Видела? Я тебе прицепил. Да. Вот. Да, ага. И рюкзак. Кстати, рюкзак на тебя вообще смотрится. Слушайте, Милана у меня достаточно высокая такая девочка, но он прям подошел, не для малышей. Он прям офигенно смотрится, с ним можно на прогулку идти. Всем привет, друзья, с вами Закупыч, и вы только посмотрите на мою добычу в магазине «Подружка». У меня тут даже есть волшебная коробочка. Сеть магазинов косметики, открываем, и что же мы там внутри? Смотрите, а это специальная линейка для детей. Это у меня лаки для ногтей Kids. От бренда Pink Up. Коллекция «Сказочный патруль» со сказочными героями популярного мультсериала. Сегодня мы все это дело протестируем. Смотрите, здесь вот такие... Напишите свой любимый цвет лаков. В какой цвет красите вы ногти свои. Смотрите, вот такие у меня есть «Сказочный патруль». Потом есть... вот это золотая вообще топчик. Вот такие золотые и желтенькие. Смотрите, здесь скрывается еще второй слой. Вау! Здесь сказочный патруль на все случаи жизни. О! Пинкап. Вот. Кстати, эти лаки для ногтей, они вообще гипераллергенные. Они там пленочкой снимаются, не надо никакими растворителями пользоваться. Очень удобно, и можно вообще даже самым маленьким детям пользоваться. О, вот этот ярко-розовый мне очень нравится. Круто смотрится. Также еще можете в комментариях написать вашего любимого персонажа из мультфильма «Сказочный патруль». Это, оказывается, у нас французский лак. Ничего себе. На водной основе. На водной основе, да. Сделан из проверенной гипоаллергенной веган-формули. Приятная одушка, водная безопасная основа. Не требует жидкости для снятия лака. Соответственно, не пересушивает и не портит пластину для ногтей. Лак при высыхании снимается пленкой. Также он очень яркий и с изображением любимых героев. Итак, бренд Miss Pinky эксклюзивно представлен в сети магазинов «Подружка», разработан специально для юных модниц. И, ребята, он, этот бренд и так, он, знаете, такой, ну, знаете, бюджетный, то есть каждый может его себе позволить. Так еще есть промокод на скидку 20% специально для моих подписчиков, промокод «Закуп». Вот, все подробности по промокоду будут в описании, также ссылочка на товары тоже будет в описании. Промокод действует до 23 декабря, так что поторопитесь. Он действует даже на кассе. Вы можете на кассе сказать промокод «Закуп» и получить скидку. Можете в приложении в мобильном получить скидку. На сайте он действует везде. Очень удобные условия использования промокода. Итак, бренда Miss Pinky в «Подружке» очень много, но я сегодня покажу вот то, что я себе взял, ну, как для своей дочки. Смотрите. Во-первых, это вот такая крутейшая, не знаю, как назвать, это косметичка? Тут написано? Смотрите. «Сказочный патруль Miss Pinky». Похоже на косметичку. Да, пенал Miss Pinky «Сказочный патруль». О, смотрите, тут даже можно отсканировать QR-код и скачать себе приложение «Мульт». И смотреть там все серии «Сказочный патруль». Вот, если хотите, залетайте. Итак, давайте посмотрим, что же там внутри. Ну, во-первых, посмотрите, какие замочки с сердечками. Это выглядит мега круто. Так, здесь у нас все проложено специальной бумагой, чтобы у вас ничего не помялось. Раз, отдел. И второй отдел, тоже замочек, сердечко. Открываем, и вот только посмотрите, какая там красота. Опа. Опа, тут «Сказочный патруль». То есть это все лицензия, ребят. Если вам нравится этот мультик, то, я думаю, вы должны обязательно взять себе вот такие товары. Эй, кстати, блестки, вот видите, он такой весь переливается. Но блестки на руках не остаются. То есть сделано все очень качественно. Итак, мы, значит, взяли себе пенальчик. Далее, вот такая сумочка. Сумки вот эти я вообще обожаю. Как вы их называете? Сумка-бананка? Интересно, как они ее называют в магазине? Они ее называют поясная сумка. Короче, сумка на пояс. Вот как это называется. Вот, смотрите, здесь у нас вот такие же замочки. Красивые.
Вот, так, с сердечками. Так, отделение номер раз. Сюда можно положить там денежки там, или пропуск в школу. И отделение номер два, очень большое. Сюда можно положить, не знаю, косметику, да, как раз-таки? Телефон. Телефон, да, вот, телефон. Телефоны сейчас большие. А, нет, деньги надо класть в этот карманчик. Смотрите. Он самый ближний, и к нему никак не проникнуть. То есть, очень сделано удобно. И замочки, замок, пластик хороший. Видите, мощный какой. О. То есть, все. О, все очень мощно сделано, все хорошо. И опять же, все в едином цвете. Если вам не нравится сказочный патруль, можете взять там другие товары, пинкап, который существует, еще со скидкой. Вообще будет класс. Далее. Это что у нас такое? А вот это как раз-таки косметичка, да, которая вот с такой ручкой. Так, давайте посмотрим, как они ее называют. Она называется косметичка Мисс Пинки сказочный патруль. О! Здесь вот такая удобная ручка. Я видел, у моей жены есть прозрачная такая же, да? Только она прозрачная, ты видишь, что там внутри. Вот, а это для тех, кому важна конфиденциальность. Смотрите, тут есть воздух из подружки. Вот. И... А может быть, там воздух волшебный от сказочного патруля? Так, и открываем пакетик, то есть сумочку. И смотрим, что там пока что ничего нет. Мы должны ее заполнить. Как раз-таки мы заполним ее лаками. Опа. Вот, и своей косметикой. О, кстати, ребят, напишите, сколько вам лет и пользуетесь ли вы косметикой какой, то есть что красите. Мне интересно, там, не знаю, девочки в 12 лет красят там глаза, там, да. Ногти, да? Все красите, да? И волосы красите. И волосы красите, ай-яй-яй. Ну, любят эти разноцветные пряди. Далее, смотрите, сказочный патруль, и это называется у нас кошелек карт-холдер Мисс Пинки сказочный патруль. О. Смотрите, для карты или для ключей? Его можно повесить и на пояс. Также есть тут даже быстросъемное кольцо, то есть можете повесить его куда угодно, на ремень, на джинсы, на штаны любые. С одной стороны у нас написано «Сказочный патруль», с другой стороны вот изображение главных персонажей. И вот так открываем, хопа, и сюда карты как раз-таки ровно зайдут. Он очень плотный, то есть он даже будет защищать ваши карты от заломов. То есть он прям реально плотный. Mm-hmm. Мне такие штуки нравятся, я себе заберу, я буду ходить. Представляешь, захожу такой в ресторан и расплачиваюсь, такой достаю свой кошелек. Ну и, конечно же, модная, яркая расческа. Посмотрите, какая она яркая. Мисс Пинки, сказочный патруль. Вау. Вот такая нежная, это как называется, щетина как-то у расчески. Вот. Кстати, расчесок всегда мало, так как у меня и жена, и дочка, им расчесок вечно не хватает. Давайте произведем распаковку ножницы. Опа. Ну и все, будем пользоваться. Посмотрите, какие. О. Было бы классно, если бы тут еще какое-нибудь зеркальце было. Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Ну, расческа топовая. Сейчас протестирую ее. Она с массажным эффектом, да, вот эти штучки, по-моему, называются? С массажным. Также у нас мешок для сменной обуви. Их тоже много не бывает, представляете? У нас, я думал, что нужен один мешок для сменной обуви, а мы ходим в школу, у нас два. Один на... Три? Да. Один на спец... Ну, на занятия... Один на физкультуру, один на каждый день, один на дополнительных ДК. Вот. Один физкультура на каждый день и дополнительные занятия в ДК. Так что их, на самом деле, надо много, этих мешков. А этот мешок просто мега яркий. Вы только посмотрите на него. О, с одной стороны, видите, он такой нейтральный, чтобы, например, если вы хотите незаметно пробраться в школу, то нужно это не выделяться из толпы, вот так хопово, и повернули синей стороной, и вы уже незаметен. А если хотите привлечь к себе внимание, то хопа, и вот так вот уже становитесь яркими. Ну, мешок очень качественный. По-моему, у нас даже все мешки попроще. Здесь прям максимально круто сделано все. Он, наверное, даже непромокаемый, то есть если у вас обувь грязная, то ничего там не попадет вам на одежду из этого мешка. Ну, прям реально круто сделано, попробовали. Ну, просто вещь. И, конечно же, портфельчик, рюкзачок. Почему-то я вот, как человек 90-го года рождения, называю это все портфель. А везде написано рюкзак, по-моему. Тут написано рюкзак, да. Вот я о чем и говорю. Чем отличается рюкзак от портфеля, Оль, ты знаешь? Ну, портфель-то вообще был такой, как сумка. Смотрите, во-первых, здесь есть разгрузка плеч, это очень важно. То есть даже это вроде бы как просто как модная штучка, но на самом деле он очень функциональный, видите? Здесь у нас и вот этот замочек для разгрузки плеч, чтобы лямки не слетали, чтобы было более комфортно с ним гулять. Здесь мягкая дышащая спина,
С другой стороны, у нас отсек для бутылочки с водой. Милана, правда, носит тут иногда телефон. Я ей говорю, нельзя, вдруг кто-нибудь его достанет. Лучше здесь воду носить. Телефон, я все-таки считаю, что нужно внутри портфеля носить. Также, с другой стороны, здесь. Вот так открываешь, и сюда можно что-нибудь... Вот как раз телефон сюда тоже можно положить. Он закрывается, хорошо сделано. Такой отсек. Обратите внимание, всякие рюшечки здесь. Так, второй отсек. Это у нас отсек, не знаю, как пенальный. Я сюда карандаши обычно складывал всякие. Вот, вот так закрываем. А еще мне очень нравится вот этот бомбончик. У меня Милана, когда ходит в школу, она постоянно навешивает на рюкзак всякие штуки. А здесь они уже есть, они уже встроены. Здесь и сердечки, и бомбончик. Опа, отворачиваешь. Здесь у нас огромный отдел, и есть даже отдел под ноутбук или для тетрадок. То есть такой поменьше. Ну, мне кажется, это тетрадки как раз таки влезут. Вот, и огромный отдел. Ну и мягкая ручка, такая приятная на ощупь. То есть все сделано круто. Сегодня мы этот рюкзак будем собирать на прогулку. Ну и напоминаю про промокод в подружку. Не забывайте им пользоваться обязательно. 20% скидка, это очень круто. Это, не знаю, больше не бывает, наверное, скидок в магазинах, чем 20%. Тем более то, что он действует и на кассе, и на сайте, и везде. Это очень удобно. Все ссылки в описании, все подробности о промокоде также в описании. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч. Всем пока, до новых встреч.